Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. И сегодня я хотел бы поделиться с вами прекрасной новостью. Но прежде я хочу задать вам несколько вопросов. Вы можете мне точно сказать, пойдете ли вы на небо после своей смерти? Представьте, что вы уже умерли и оказались перед Богом, и Он вас спрашивает, «А почему я должен пустить себя на небо?» Что вы ему ответите? Я знаю, что многие думают так. Я скажу, что я хороший человек. Я старался быть хорошим, никого не обижал, помогал неимущим. У нас может быть множество оправданий. Люди думают, что на небо можно попасть разными путями. Но раньше и я так думал. Я думал, что достаточно быть хорошим человеком. Я старался соблюдать заповеди, золотое правило, старался никого не обижать и не совершать преступления. Я был уверен, что смогу попасть на небеса. Проблема в том, что все эти способы зависят от нас. Если мы честны с собой, то знаем, что мы не идеальны. По Божьим меркам никто из нас недостаточно хорош. Все мы не дотягиваем, поэтому не можем быть полностью уверены в том, что попадем на небо. И поэтому нас начинает точить сомнения, и мы думаем, что, возможно, мы туда не попадем. Возможно, с нами случится что-то плохое. Поэтому я решил сегодня поделиться прекрасной новостью, которую я когда-то услышал, а точнее на первом курсе университета. Это была лучшая новость, которую я когда-либо слышал. Эта новость в том, что Бог предлагает нам, небеса, вечную жизнь на небе, как бесплатный дар. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Тут сказано, что возмездие за грех — это смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Бог желает, чтобы мы имели вечную жизнь с Ним. И Он предлагает ее нам как подарок. А вот почему это прекрасная новость. А поскольку это подарок, то его нельзя заработать или заслужить. На самом деле, никакие добрые дела или религиозные ритуалы не могут раздобыть нам место на небе. А в Библии сказано: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Предположим, вы подарили своему другу прекрасный подарок, что-то, что он очень хотел, что-то очень дорогое, ну, например, новую машину. А он достает из кармана 10 долларов и говорит, вот это тебе за твой подарок. Это выглядит как оскорбление. Потому что вы сделали этот подарок из любви, а он пытается заплатить за него или дать взамен что-то жалкое. За подарок нельзя заплатить, его нельзя заслужить или заработать. Также и Бог отказывается от любой платы за его дар вечной жизни. Он предлагает вечную жизнь как подарок. Звучит слишком хорошо. Если мы пытаемся заплатить за это или заслужить его своими усилиями, то это оскорбляет Бога. Его можно только принять как подарок. И вот почему никто не может заработать или заслужить билет на небо. Мы просто не можем этого сделать, потому что цена вечности на небесах вечной радости и всех благословений небес слишком высока, и мы никогда не сможем заплатить ее. Еще одна причина, почему мы никогда не сможем заплатить за это в том что человек грешный Библия говорит об этом да мы сами знаем что все мы виновны в божьих глазах Библия говорит что все согрешили и отпали от божьей благодати то есть не дотягивают до Божьего стандарта мы знаем что мы до своих стандартов то не дотягиваем не говоря уже о божьих Иногда люди обижаются, когда им говоришь, что они грешники, но все мы грешники. Давайте подумаем, что же такое грех. Некоторые люди считают, что грех это что-то ужасное. Например, убийство или изнасилование. Но грех — это все, что не угождает Богу, все, что противоречит Его высоким стандартам. И это не просто неправильные поступки, такие как ложь, обман, гнев, воровство, но мы можем грешить и словами, сплетничать, плохо отзываться о других людях, ругаться, материться, а еще мы грешим в мыслях. Даже наши плохие мысли и отношения считаются грехом. Например, похоть, злость, гордость или ненависть. Грех ⁇ это не только действие, но еще и бездействие. Когда мы не делаем того, что должны, например, не любим ближнего, как самого себя, или не любим Бога всем сердцем, и как только мы понимаем, что такое грех, мы осознаем, что мы не только грешим, но и делаем это довольно часто. Представьте, что я настоящий ангел и грешу всего три раза в день, всего три плохие мысли или три плохих слова. Три греха в день — это около одной тысячи в год и около семидесяти тысяч за всю жизнь. А что бы вы подумали о человеке, против которого в суде выдвинули семьдесят тысяч обвинений? У него явные проблемы, не так ли? Итак, нам нужно понять, что у нас серьезные проблемы с грехом, особенно если учитывать Божьи стандарты. Поскольку мы грешники, мы не можем сами спасти себя. Вам нужно осознать это, никаких добрых дел не хватит, чтобы мы могли сами спасти себя. Чтобы все стало еще яснее, нам нужно понять, какой у Бога стандарт или какими мы должны быть, чтобы иметь возможность спасти себя. Иисус сказал, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». У Бога всего один стандарт, и это абсолютное совершенство. Никто из нас не способен достичь этого, и даже лучшие из нас. Сказано, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Если вы нарушили закон, то вы не можете сказать судье, послушайте, но я соблюдал остальные 500 законов, я нарушил всего один. Это вам никак не поможет. Нарушив один закон, вы нарушили весь закон. Например, на каком-то тесте или экзамене вам нужно набрать определенное количество баллов, чтобы перейти на следующий уровень. Вам нужен проходной балл. Также и Бог экзаменует нас по жизни. Если бы мы набрали проходной балл, то могли бы попасть на небо. И кто-то может набрать 5%, кто-то 20%, а кто-то 50%, но это не имеет значения. Потому что у Бога проходной балл 100%. Вы должны быть совершенным, но никто из нас не дотягивает до этого этого стандарта, а значит, никто из нас не в силах спасти себя. Еще это можно сравнить с переплытием в Атлантическом океане. Некоторые люди плавают очень хорошо и могут проплыть 10, 20 и даже 30 километров. Но все это не имеет значения, потому что никто не в силах переплыть океан. Пропасть между нами и Богом такая огромная, что никто из нас не в силах преодолеть эту пропасть. Ситуация кажется безнадежной, но хорошая новость в том, что Бог преодолел эту пропасть в лице Иисуса Христа. А еще... В лице Иисуса Бог сам сдал за нас свой экзамен. Он получил 100% и отдал нам свой результат. Но есть еще один пример, который мне нравится. Это омлет с испорченными яйцами. Представьте, что вы готовите омлет своему другу. Вы смешали хорошие яйца и добавили туда только одно протухшее. Затем вы приготовили из этого омлет и отдали другу. Его можно было бы съесть? Нет, потому что он воняет. Так же и наша жизнь. В ней могут быть хорошие поступки, хорошие яйца, но есть и протухшее яйцо нашего греха. А когда мы смешиваем все это вместе и предлагаем нашу жизнь Богу, мне жаль это говорить, но она воняет. Это неприемлемо для Бога. Надеюсь, вы поняли, что мы никак не можем спасти себя сами. Это становится еще яснее, когда мы смотрим на то, какой у нас Бог. Библия говорит, что Бог милостивый, поэтому Он не желает наказывать нас. Бог есть любовь. Он говорит, «Любовью вечную я возлюбил тебя». Он хочет, чтобы все мы попали на небо. Он хочет простить нас. Но та же Библия, которая говорит, что Бог любит нас, говорит, что Бог справедливый, и поэтому Он должен наказать наш грех. Написано, что он ни за что не отпустит невиновного, а еще душа согрешающая погибнет. Все мы хотим справедливости, особенно когда обидели нас или наших близких, например, ограбили или даже убили. Мы требуем справедливости. Справедливость ⁇ это хорошо. Мы были бы в ярости, если бы преступника просто отпустили. Мы ожидаем, что судья вынесет виновному должный приговор с соответствующим наказанием. А насколько больше Бог, справедливый судья Вселенной, обязан наказывать виновных? Представьте, что я ограбил банк, ранил кого-то и украл 50 тысяч долларов, но камера засняла все это. И теперь я стою в суде и говорю судье, мне очень жаль. Я обещаю, что такое больше не повторится. Половину денег я уже потратил, но вот оставшиеся деньги, отпустите меня, пожалуйста. Думаете, судья, так просто меня отпустит? Нет, ни за что. Если он это сделает, то он плохой судья. Представляете, как тогда должен наказывать нас за наши грехи судья Вселенной. Бог справедливый, и Он должен наказать нас за наши грехи. Но тут возникает проблема, потому что с одной стороны Бог милостивый, и Он желает простить нас, но с другой стороны Бог справедливый, и Он должен наказать наши грехи. Это серьезная проблема, но тут есть хорошая новость. Бог решил эту проблему для нас в лице Иисуса Христа. Вы когда-нибудь задумывались над тем, кто такой Иисус? Многие люди думают, что Он был хорошим человеком, прекрасным учителем, чудотворцем. Мы вспоминаем о Нем на Рождество. Но на самом деле Он куда больше. Библия говорит нам, что Он — наш Творец. Он — Творец Вселенной. Он — Бог. И Библия говорит нам, что вначале было Слово. Это еще одно имя Иисуса. И Слово, то есть Иисус, было у Бога. И Слово, то есть Иисус, было Бог. И Слово стало плотью. И Иисус стал человеком и обитало с нами. Итак, в лице Иисуса Христа сам Бог стал человеком. И это прекрасно. Мы бы не смогли пойти с земли на небо. Мы не в силах подняться по этой лестнице. Но Бог сделал это за нас. Он спустился с небес на землю, чтобы спасти нас и вернуть нас к себе. Иисус прожил совершенную жизнь. Только представьте, что в книге записана вся ваша жизнь. Бог любит меня, очень любит. Он желает отношений со мною. И также Он желает, чтобы я имел вечную жизнь. Но, несмотря на все это, есть одна проблема. Это запись всей моей жизни, все мои дела все мои мысли, все мои слова, все то, что я должен был сделать, но не сделал. Эта рука — это я. Давайте представим вот такую картину. Этот грех закрывает, блокирует меня от Бога. Бог милостивый, Он желает простить мои грехи, но Он не может сделать это просто так, потому что это будет несправедливо. Он справедливый, и он должен наказать мой грех. Но Бог решил эту проблему в лице Иисуса. Эта рука другая символизирует Иисуса Христа. Он Сын Божий, он сам Бог, но он родился от девственницы и стал человеком. Он стал одним из нас и прожил совершенную жизнь. Он совершал удивительные чудеса, был величайшим учителем. Он делал все, что делал бы Бог, если бы стал человеком. Чтобы лучше узнать о Иисуса, вам нужно просто прочитать Евангелие. Но самое важное произошло, когда Иисус умер на кресте. Он был казнен. Библия говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него, то есть на Иисуса, грехи всех нас. Иисус добровольно умер вместо нас. Он взял на себя весь наш грех. На кресте он понес наказание за наш грех. Он взял на себя наказание которые заслужили мы, и своей драгоценной кровью приобрел для нас место на небесах на всю вечность. Он умер и был похоронен, и наши грехи были похоронены вместе с Ним, но на третий день Он воскрес из мертвых, и теперь Он вечно живой, и теперь он предлагает нам бесплатный дар вечной жизни. Иисус воскрес из мертвых. Он доказал, что он тот, кем он себя называл, великий Бог. Он говорил, ⁇ Я есть воскресение и жизнь, я есть путь, истина и жизнь, я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. «Я — хлеб жизни». Иисус доказал правоту Своих слов Своим воскресением. Сейчас Он предлагает нам дар вечной жизни. Этот дар принимается только верой. Вам нужно просто поверить в эту хорошую новость, которую я вам рассказал. Вы верите в то, что Иисус — Сын Божий? Вы верите, что Он умер за ваши грехи? Вы верите, что Он воскрес из мертвых? Если да, то у вас есть вера. В Библии сказано, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него. А вот она и вера, не погиб, но имел жизнь вечную. Вера ⁇ это единственный ключ, открывающий вам дверь на небо. Вам нужно поверить в хорошую новость. Но вера — это нечто большее, чем интеллектуальное убеждение. Спасительная вера — это значит доверить Христу свое сердце и полагаться только на Него. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Например, сейчас я сижу на стуле. Если бы я стоял сейчас на своих двоих, то это говорит говорила бы о том, что я полагаюсь на себя, доверяю своим ногам. Чтобы сесть на стул, мне нужно перенести свое доверие на стул и разрешить стулу держать меня. Так же и со спасением. Чтобы получить дар вечной жизни, вам нужно перенести свое доверие себя и своих добрых дел на Иисуса Христа, положиться на то, что Он умер за вас на кресте. Вот что такое вера. Вам нужно довериться Иисусу Христу и принять дар вечной жизни. Надеюсь, вам все стало понятно. И сейчас у меня к вам вопрос. Вы хотите получить дар вечной жизни? Если да, то сейчас я вам объясню, как вы можете это сделать, как вы можете принять в подарок Божье прощение и вечную жизнь. Наш ответ ⁇ это Иисус. Он источник вечной жизни. Нам нужно прийти к Иисусу, чтобы принять дар вечной жизни. И я хочу разъяснить, что это означает. Библия говорит, что нам нужно принять Иисуса в наше сердце и сделать его нашим Господом и Спасителем. Библия говорит, что Он стоит у дверей сердца каждого человека и стучится. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Иными словами, чтобы иметь вечную жизнь и вечное общение с Богом, нам нужно открыть двери нашего сердца. Открывая наше сердце, мы тем самым отвечаем на его любовь, принимая его в наше сердце. Когда он входит в наше сердце, он делает это как наш Спаситель. Он прощает все наши грехи и стирает все наши ошибки. А также Он дает нам новую жизнь. Его, вечную жизнь. И делает нас своими детьми. Слава Богу. А еще Он входит в нашу жизнь как наш Господь. Потому что Он все-таки Бог Всемогущий. Поэтому вам нужно подчинить Ему свое сердце посвятить Ему всего себя. Вера — это повиновение и доверие. Мы не только доверяемся Ему как Спасителю, но и подчиняемся как Господу. Вы не можете спасти себя никакими делами, но вы должны отдать Ему свое сердце. И быть готовыми сказать, что Иисус ваш Господь. Библия говорит, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, а также всякий, призывающий имя Господа, спасется. Это Божья гарантия. Если вы призовете Иисуса как своего Господа и примете его как вашего Спасителя, вы будете спасены. То есть ваши грехи будут прощены, и вас ждет вечная жизнь с ним. Так вы станете ребенком Бога и новым творением. Так говорит Библия. Принимая Христа, вы облекаетесь в Него и становитесь новым творением. Вы становитесь новым человеком внутри. Ваш дух, ваша внутренняя сущность рождается заново и вы входите в Царство Божие. Это осознанное решение. Никто не становится христианином, последователем Христа случайно. Вам нужно намеренно прийти к Богу. Не имеет значения, в какой вы церкви, деноминации или религии. Это личное взаимодействие между вами и Господом и Иисусом Христом. Вам нужно принять Его лично. Через минуту я поведу вас в молитве. Возможно, вы уже принимали Христа, но отошли от Него. Вы тоже можете произнести эту молитву. Вам нужно заново посвятить себя Ему. Я приглашаю вас помолиться вместе со мной в своем сердце, а еще лучше сделать это вслух. Повторите за мною слова этой молитвы, в которой вы отдадите свое сердце Иисусу Христу и примите Его дар вечной жизни. Итак, давайте помолимся вместе. Говорите это от всего сердца. Дорогой Отец Небесный, Я верю в Тебя. И я верю, что Иисус Сын Божий. Я верю, что Он стал человеком. Я верю, что Он умер за меня. На кресте Иисус понес наказание за мои грехи. А затем он воскрес. Иисус, я верю в Тебя. Прямо сейчас я принимаю Тебя в мое сердце. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Пожалуйста, прости мне все мои грехи. Я исповедуюсь в том, что я грешник, и мне нужно прощение. Прости меня, пожалуйста я принимаю твой дар вечной жизни. Господь, я подчиняю мое сердце Тебе. Я посвящаю себя и свою жизнь только Тебе. Я провозглашаю, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, мой Господь и мой Бог. Спасибо Тебе, мой Бог. Господь, я призвал Твое имя, а Ты пообещал, что всякий, кто призывает Твое имя, спасется. Господь, спасибо Тебе за мое спасение. Я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.